И только что наша съемочная группа вернулась с улицы 40 лет Октября. Сегодня этот крупный реконструируемый транспортный объект посетил руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков. Вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко он осмотрел строящуюся развязку, которая соединит Терновку с Кривозерьем, и дал следующую оценку. Вот мы сегодня присутствуем на развязке, которая в то же время там откроет возможности к застройке нового микрорайона, да, как я понимаю, на 35 тысяч жителей. Значит, возможность строительства этой развязки была получена регионом, исходя из того, что они воспользовались предоставленными правительством возможностями по использованию так называемого инфраструктурного меню. То есть взяли инфраструктурный бюджетный кредит и начали реализовывать транспортный объект, что тоже положительно. И источники, которые наполняют дорожный фонд, они неиссякаемыми. И эта поддержка очень важна для дорожного фонда в том числе. Поэтому регион здесь в правильном направлении работает. Более подробно о визите главы Федерального дорожного агентства мы расскажем в следующем выпуске программы «События». Он выйдет в эфир в 19:30.